Теперь винду попробуем поставить. Тут у нас образ с виндой где-то. Вот. Запустим. Нажали Any Key, любую кнопку, пробел или Enter. У винды стоит. Но игнорировать, что за ошибка, не пойму. Так, выключить машину, настроить. А система-то у нас Microsoft Windows. И Microsoft Windows. Ага, меньше 30 на экран. Дисплей. Дисплей. 32 пусть будет. Что у нас? Все, окей. Так, давайте мы запустим. Давайте пробел нажмем. Так, пробуем. Пробуем что-нибудь запустить. Сейчас запустится. Да, хорошо. Next. Install now. Так, смотрим, что у нас происходит. Так. Принимаю, конечно, все. Кастом. Нет, спасибо, спасибо, душа моя, кастом. Да. На первую партицию сейчас будем ставить. Сейчас он перечитает все партиции. Все партиции перечитает. Ага, вот сюда вот. Мы... отформатируем на всякий случай. Или проще, да, нет, давайте на первую партицию. Если убить эту партицию и на пустое место, он там может наворотить своих штучек. Ну, попробуем. Next. Он винда кучу своих партиции ставит дополнительных. Там у него такое сложное разбиение. Я как-то даже не вдавался в необходимость этого разбиения. А сейчас винда должна снести загрузчик. Так, все скопировались и пошла установка. Ну, я на этом прервусь тут.
Ну, вот сейчас подождем, сейчас я думаю прервусь, ничего интересного тут нету, а как установится, так мы продолжим.